Когда-то в Японии транслировали короткометражки рекламы Макдональдса. ランランルー。ドナルドは嬉しくなると、ついやっちゃうんだ。みんなも一緒にやってみようよ。行くよ。ランランルー。こっちの方がいいかな。これもいいな。これか。これか。 Все! Это все, что мне удалось узнать об информации Макдональдса в Японии. Почему? Потому что, когда вводишь в гугле японская реклама Макдональдса, всегда вылезает вот это. Скучным вечером я смотрел смешные видео и увидел японскую рекламу Макдональдса. Я считал, что сейчас Чибики будут есть гамбургеры и петь глупые песенки, но не тут-то было. Не знаю, как это попало в рубрику «Смешные видео», но расскажу о нем больше. Как я уже говорил, тогда я не считал, что это будет чем-то страшным, поэтому я спокойно щелкнул на кнопке «Проиграть». На экране показался клоун Рональд, который сидел на скамейке в парке, держал книгу и смеялся, отчего падала эта скамейка. Далее показывается этот клоун, уже стоявшим на белом фоне. Он танцевал в сопровождении звуков, слегка напоминающих японское мужское пение. Следующие кадры немного страшнее. Этот клоун превращается в троих. Далее начинается чистая психоделика. Клоун летает, увеличивается, нечеловечески широко улыбается и т.д. и т.п. Между всем этим проскакивает какое-то красное полотно, на котором в ритм так называемой музыки появляются вмятины. Неестественно длинная реклама, целых 8 минут. Заканчивается тем, чем и начиналось. Клоун сидит на скамейке в парке, держа книгу, смеясь, от чего падала эта скамейка. Потом идут японские иероглифы. Я так понял, we are loving it. На этом все. После просмотра у меня кружилась и болела голова. У моего друга, кстати, тоже. И что самое страшное хотелось Макдональдс. Потом я узнал, что в нем присутствует наш любимый друг. 25-й кадр. Мораль. Не смотрите вы на эти все подряд. Вот ссылка. Смотрите на свой страх и риск. О, наконец-то записал. Когда я первый раз это прочитал, я подумал... Что этот нигер себе позволяет? Я, конечно, понимаю, что многие боятся клоунов, но как вот это может кого-то напугать? Когда я перешел по ссылке, ситуация немного прояснилась. Помните, как в прошлом видео мы смотрели, как издеваются на и без того жуткой заставкой вид? Надо же, будто так и было. Теперь же издеваются над простой и безобидной рекламой. Как именно? Вы действительно хотите это знать? Все показано прекрасно в этой ссылке, где находится ролик YouTube. Я сейчас его включу. Я серьезно сейчас его включу. Я предупредил. Внимание! Следующая сцена может вызвать непроизвольный тремор, инфаркт, цереброваскулярную болезнь, диарею, черную оспу, слепоту, неконтролируемые струи рвоты, шизофрению в каждую вторую пятницу месяца и еще 32 заболевания, не открытых учеными. Все, что вы смотрите дальше, на ваш страх и риск. Ну, а ты там, 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 ты там,
Оно 2017... Монитор заплевал. То есть я хотел сказать, вот до чего Стивену Кингу нужно дорасти. Один очень отчаянный и отважный пудинг решил записать реакцию на это. Реклама Макдональдса в Японии. Предвкушаю безумие. Так, раз, два, три. Побольше всяких скримеров! Тайский массаж, что ли? Когда находил информацию для ролика, я наткнулся на форум, где обсуждают это видео. 555. Это же секретный предвыборный видеоролик «Единой России». Теперь сюрприза не будет. Ну, будет сюрприз, не будет. До меня не доходит. Кам. Не, ну я знал, что они еб... Четыре точки нутые. Но не до такой же степени. Легус, лейгес... Неважно. Реально, страна больных уродов. Правда, вот что смущает. Слишком длинно для рекламы. Может, на экранах в самом Макдональдсе крутится? Зомбирует. То есть какой-то челик смонтировал безобидную простенькую рекламу из Японии и превратил ее в психодел. А наши, не разобравшись с ситуацией, решили обосрать ни за что японцев. Мол, они такие долбанутые на всю бошку и с ума сходят. Классненько. Вам не кажется это немного неадекватным, обсирать всю страну и население? Только вот из-за вот этой ошибки природы. Что за чушь-то вообще? Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. Вот такая вот реальная история, из-за которой чутка пошатнулась репутация самого Макдональдса. Правда, она уже не раз шатается, особенно если вспомнить рекламу 2017 года с яйцами. На этой грустной ноте я хочу закончить данное видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, удачи и до новых встреч!